кадровым вопросам важную часть своего выступления посвятил глава Тверской области Игорь Руденя на крупной партийной конференции регионального отделения «Единой России», посвященной итогам работы в 2023 году. Он отметил большое значение в развитии экономики Верхневолжья представителей тех профессий, которые непосредственно обеспечивают благополучие и созидание в жизненно важных отраслях. Участие в конференции также приняли председатель законодательного собрания Сергей Голубев и его коллеги по парламенту, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, члены политсовета, депутаты Тверской городской думы, делегаты от местных и первичных отделений. В текущем году в ходе 19 избирательных кампаний, прошедших в 12 муниципалитетах Тверской области, «Единой России» обеспечена поддержка подавляющего большинства жителей. По итогам выборов партия получила порядка 82% голосов. В наступающем году предстоит важнейшее для страны политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Для нас это уверенность в завтрашнем дне, уверенность в будущем. Это возможность нашим детям, нашим внукам жить в сильной, развивающейся стране. И то, что сегодня происходит на мировой арене, еще раз показывает, что России нужна сильная армия, сильный руководитель и профессиональные люди, которые должны работать на территории субъектов Российской Федерации. В ходе конференции были вручены многочисленные награды. Председателю ЗАГС Собрания Сергею Голубеву, первому секретарю регионального отделения «Единой России» Тамаре Корякиной и многим другим. Среди отмеченных были и депутаты парламента Верхневолжья Валерий Шкиль и Лилия Корниенко, что вполне логично. Именно единороссы имеют большинство в законодательном собрании, что позволяет четко и оперативно принимать важные законопроекты, многие из которых инициированы губернатором. По основным идеям, которые касаются общественной ситуации, социальной поддержки, мы с губернатором советуемся, и как с губернатором, как с секретарем регионального отделения, безусловно, активное взаимодействие с фракцией идет «Единая Россия». Поэтому правительство Тверской области и фракция «Единая Россия», в целом законодательное собрание, мы считаем себя членами единой команды. При этом надо продолжать системную работу по развитию каждого нашего муниципалитета, отметил губернатор Игорь Руденя в своем выступлении. Большая роль в этом принадлежит первичным отделениям партии, которые в том числе организуют встречи с избирателями, трудовыми коллективами. Сегодня первички объединяют более 23,5 тысяч человек. Причем они активно пополняются молодежью. Сегодня молодежь и деятельная, и энергичная, и грамотная. И они понимают, вот вчера у меня на приеме было два педагога, вы знаете, одно удовольствие с ними работать. Я только сказала, а они уже Б подхватывают, понимаете? Им не надо разжевывать, им не надо рассказывать. Просто девчонки молодцы. И вот таких девчонок, таких активных и девчонок, и ребят, молодежь надо брать в резерв. Также в ходе конференции были выбраны делегаты от Тверской области на 21-й съезд партии «Единая Россия». Он пройдет 16 и 17 декабря в Москве. Кроме того, состоялось доизбрание членов регионального политического совета областного отделения партии и президиума политсовета в связи с ежегодной ротацией.